Приветствую вас. И такое поведение девушки может проистекать из двух причин. Первая причина заключается в том, что ей по какой-то причине перестал нравиться секс с вами. Ну то есть вот что-то ей перестало нравиться в том, что вы делаете в постели. И она, не имея для себя моральной возможности вам об этом сказать, наверное, понимая, что вы отреагируете негативно на ее претензию, скажем так, она вот решила отдалиться от вас таким образом. То есть, для нее это выход. Для нее это решение, которое единственно возможно в данном случае. И тогда вам нужно просто с ней откровенно поговорить на тему того, что ее не устраивало, что ей не нравилось в сексе с вами. Если сможете вы узнать причину, то, скорее всего, все будет хорошо. Она вам расскажет, правда, не сразу, конечно, она будет стесняться, но она вам объяснит, что ей не нравится, тогда вы, прислушавшись к ней, взяв на заметку ее замечания, будете делать все так, как ей нравится, и тогда проблем не будет. Вторая причина при условии того, что она любит вас, заключается в проверке. Она хочет проверить ваши к ней чувства, она хочет проверить ваши отношения, потому что подозревает, что они держатся только на сексе и ни на чем больше. И в этом случае вам желательно как бы принять правила игры. То есть вот девушка хочет проверить вас, да, и пусть проверяет. То есть вы также ведете себя выдержанно, ведете себя спокойно, говорите, что все хорошо, меня платоническая любовь устраивает, я готов с тобой жить и так, лишь бы ты была рядом. И тогда девушка, убедившись, что вы действительно с ней не только из-за секса, но и потому что она вам нравится, потому что вы ее любите, вот тогда она, возможно, спустя какое-то время вновь захочет с вами близости, потому что будет вам доверять. Ну и ключевой момент, который вы не раскрываете в моем письме, он заключается в том, что с какого момента, собственно говоря, она решила изменить свое поведение таким образом. Что конкретно было в этот момент, что ему предшествовало. Необходимо провести как можно более детальный анализ событий, которые были до принятия ею такого решения, потому что, скорее всего, какие-то события повлияли на нее так, что она приняла соответствующее решение. И вы, может быть, даже не осознаете того факта, что какое-то событие могло привести к таким последствиям, потому что мужское восприятие и женское восприятие очень разное. И то, что для вас могло пройти фоном, для женщины было очень важно, но вы этого не заметили. Далее. Не бывает фригидных женщин. И, по сути, не бывает людей, которые могут обходиться без секса. Безусловно, есть так называемые асексуальные люди, которые знают, что они без секса обходятся, но на самом деле это не так. Потому что потребность в этом такая же, как и любая другая потребность, то есть там голод,
соответственно, сунуты и так далее. И тот факт, что девушка вам вот сказала такое, говорит о том, что либо ей что-то не нравится, не устраивает, она не хочет вступать с вами в сексуальный контакт. Либо у нее есть какой-то блок, который не дает ей этим заниматься вам. Блок этот, как я уже говорил, может быть как средством, так и комплексом. Например, если девушка чувствует комплекс какой-то, она чувствует себя непривлекательной, то она может перестать, собственно говоря, желать секса. И тут вам нужно просто стараться быть к ней внимательным, чутким, заботливым. И понять постепенно в процессе диалога с ней, что же все-таки ее беспокоит. Вот просто сесть и поговорить с ней на эту тему, сказать, что вот, понимаешь, потребность, она никуда не девается от того, что ты сказала, что будешь испытывать ко мне только платонические чувства. Более того, не реализовывать потребность, не удовлетворять ее вредно. И вы не хотите, чтобы ваша женщина себе вредила. Но может быть ей что-то не нравится. Может быть ее кто-то не устраивает, что-то беспокоит, может быть она чего-то боится. Раз за разом постарайтесь спрашивать у нее именно это. Но, опять-таки, имея в виду вопросы, мой ответ на ваш вопрос, нужно, чтобы вы все-таки для начала расположили ее к себе, чтобы она начала вам доверять. Ибо вот это очень важно, чтобы она вам доверяла. Потому что, если женщина вам не доверяет до конца, отсюда может быть и отсутствие секса как раз таки. И тогда стоит обратить внимание на другие сферы вашего взаимодействия. Например, на общение, на взаимное какое-то совместное времяпровождение и так далее. И подумать, а насколько хорошо у вас дела обстоят там. Может быть, вам стоит с ней больше общаться, больше узнавать ее, больше думать, больше интересоваться тем, чем она живет, чем интересуется, что ее волнует и так далее. И может быть это приведет к тому, что девушка вам сильнее доверится, сильнее откроется, что в итоге и поспособствует возникновению ее желания. В любом случае, это вряд ли какая-то болезнь. Болезнь так не развивается. Это может быть комплекс, но только если мы проанализируем ситуацию и выясним конкретные признаки этого комплекса. Это может быть какой-то страх, но опять-таки нужно выяснить более подробно, что у вас происходило вот так. Значит, что у вас происходило вот с того вот до того недавнего времени, когда она захотела только платонической любви. Потому что именно отталкивает от этих фактов, которые у вас были, можно прогнозировать, что будет дальше, и можно давать какие-то конкретные рекомендации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.